Добрый день, друзья. Мы продолжаем занятия астрономией. Мы – это я, астроном Сурдин Владимир Георгиевич и культурно-просветительский центр Архе. Мы сегодня заканчиваем четвертую главу. Она была посвящена измерению пространства и времени. Заканчиваем и будем говорить о самом точном измерении времени и зачем это нам нужно. В предыдущий раз мы говорили о том, как древние люди научились измерять время по небесным светилам, по движению Солнца, Луны, звезд на небе. Это универсальный метод, но он не очень надежный. Во-первых, точность небольшая. А во-вторых, облака на небе могут повлиять на возможность определения времени. А люди постепенно требовали от а, времени все большей точности. Жизнь становилась динамичной, надо было согласовывать разные события. И люди стремились придумать какие-то механизмы, какие-то, ну, мы их сегодня называем часами. Какие-то часовые механизмы, которые позволяли бы точно, независимо от погоды, измерять время. И придумали. И сегодня я вам об, о них расскажу. И придумали такие точные часы, которые не ошибаются за миллиарды лет на одну секунду. И вы узнаете, зачем и кому нужны такие точные часы. Вы удивитесь, что они нужны каждому из нас. Ну, обо всем по порядку. Итак, первые часовые механизмы. Конечно, вам знакомо это изображение. Песочные часы. Что в них особенного? А я вам скажу, в них особенное то, что они были изобретены тысячи лет назад, а живут до нынешнего времени, до наших дней. И не в музеях, мы реально ими пользуемся. Да вот посмотрите, у меня есть такие же. Правда, они достались мне от бабушки. Но ходят они очень точно, я измерял их точность, они не ошибаются больше, чем на 1-2%. Ну, то есть на одну-две сотых доли измеренного промежутка времени. Правда хорошая точность. В быту этого достаточно. Более того, если вы обратите внимание, здесь даже отдельные минуты отмечены. То есть не просто полное пересыпание песочка из одного цилиндрика в другой, а еще и минутные деления. Такие часы вы наверняка встречали, даже если у вас дома их нет. Если вы посещали кабинеты физиотерапии, где делают всякие медицинские процедуры, там медсестра обычно переворачивает такие часики и говорит, вот как песочек сыпется, 5 минут пройдет, или 10 минут, или 2 минуты. Есть песочные часы, рассчитанные на разные промежутки времени. И удивительно, что они не менялись уже тысячи лет. Значит, изобретение было очень точное, очень правильное. Ну, как, например, изобретение колеса один раз изобрели круглое колесо, и никто уже не придумывает колес другой формы. Треугольных, шестиугольных нет. Колесо, оно и есть колесо. Оно немножко меняется, но служит нам уже тысячи лет. Так же, как и песочные часы. В свое время китайские инженеры, ну, в то время их не называли инженерами, скажем, изобретатели, еще две тысячи лет назад придумали водяные часы там не песочек, а вода капала из одного цилиндра в другой. Но оказалось, что это не очень удобный механизм, и от него довольно быстро отказались. А вот песочные служат нам по сию пору. Ну, конечно, точность их работы не очень большая, за ними надо следить, переворачивать. И в свое время инженеры и механики решили, Давайте-ка мы придумаем такие часы, которые без участия человека ходят сами и точно отсчитывают время. И придумали. Говорят, первым ученым, который заметил, как колеблется маятник, был Галилео Галилей. Вы про него слышали, это великий итальянский ученый, изобретатель телескопа. Но он же впервые заметил, что если маятник колеблется с небольшой амплитудой, то есть не очень далеко уходит от положения равновесия, то период его колебаний, время через которое он возвращается в свое исходное положение, зависит только от длины маятника, ну и от силы тяжести, которая в одном и том же месте на Земле всегда одна и та же, только от длины маятника. Чем длиннее маятник, тем дольше период колебаний. Сделал маятник нужной длины, и колебания будут нужного тебе периода, ну, например, около одной секунды если маятник длиной примерно в метр. Замечательное изобретение, и его пытались приспособить к часам, но оказалось, что это нелегко. Вот посмотрите на эти часы. Гирька, поднятая один раз в течение суток, у моей бабушки были такие, я хорошо помню, в моем детстве такие часы были почти в каждом доме. Гирька опускается и приводит в движение весь часовой механизм вплоть до стрелок, которые на циферблате показывают время. Но маятник постепенно, вот давайте вернемся к этому маятнику, это он у меня на картинке колеблется и не останавливается. А в жизни, если вы подвесите что-то на ниточке и заставите колебаться, оно постепенно остановится. Воздух и трение вместе подвеса мешают ему колебаться. Так вот, был придуман замечательный часовой механизм, который заставляет маятник, не останавливаясь колебаться. Его называют анкерным механизмом. А вот это колесико с зубчиками, анкерным колесом, оно своими зубчиками подталкивает маятник. Вот тут вот. Тик-так, тик-так. И не позволяет ему уменьшать размах своих колебаний. Но в то же время сам маятник своими колебаниями руководит вращением колесика. И не разрешает ему больше, чем на один зубчик повернуться за время колебания. Так они друг другу помогают работать и управляют скоростью движения стрелок на часах. Гениальное изобретение. Но им неудобно пользоваться, если часы не на стенке подвешены, а, например, у вас в кармане или на руке, какой там может быть маятник, собьется. Тогда был придуман маятник крутильный. Анкерное колесико там, конечно, присутствует. Но сам маятник крутится туда-сюда, туда-сюда. Его называют балансир. Ну, иногда говорят баланс. А пружинка, туго закрученная тонкая пружинка, работает как сила тяжести. Она заставляет колесико возвращаться в исходное положение. Он его пролетает, в другую сторону закручивается пружинка, его опять назад толкает. Если вы найдете дома такие часы, а я уверен, у вашего дедушки или даже у вашего папы наверняка такие часы есть. Откройте заднюю крышечку, заведите вот эту ручку, покрутите, чтобы большая пружина часовая завелась. И вы увидите, как начнет колебаться а, этот а, круговой маятник, этот балансир. И часы будут тикать. Тик-так, тик-так. Замечательное изобретение. И с тех пор люди стали носить на руке, в кармане, ну или где-нибудь на камине устраивать такие каминные часы, или а, в автомобиле были когда-то заводные часы. Самые точные пружинные часы с крутильным маятником называются морской хронометр. Почему именно морской? А потому что он позволял морякам измерять свое положение на земле. Ну вот смотрите, мы выплыли из какого-то порта, ну, например, из Лондона и поплыли по Атлантическому океану в сторону Америки. Широту, географическую широту, довольно легко измерить. Дождитесь ночи, посмотрите, на какой высоте над горизонтом полярная звезда, это и будет ваша широта. А как узнать смещение по долготе? Ну, например, в Лондоне солнце восходит раньше, чем на побережье Северной Америки. Земле надо повернуться на определенный угол. Вот тут-то и помогают часы, ваши часы будут хранить на борту корабля время Лондона. И когда вы приплывете на побережье Америки, вы увидите, что солнце взошло позже, чем оно должно было зайти в Англии. И вот на эту разницу часов, очевидно, вы сместились по долготе, по географической долготе. Вот вам и вторая координата на географической карте. Так часы помогли морякам определять свое положение на море. Вообще часы всегда помогают не только время отсчитывать, но и наше положение на Земле узнавать. Шло время, и механические часы уступили место кварцевым, электрическим. Кварц – это маленький прозрачный кристаллик, похож на песчинку. И у него такое свойство. Если его сжимать, будут электрические заряды возникать на его гранях. И наоборот, если подавать, электрическое напряжение, кристаллик начнет сжиматься и расширяться. Вот этим-то и воспользовались изобретатели кварцевых часов. Выглядят эти часы довольно а, знакомо вам. Вы наверняка видели вот такие часы с цифровой индикацией. А что у них внутри? Если открыть заднюю крышечку, вы увидите разные механизмы. И вот самый главный. Можно даже не обратить на него внимания, но это самый главный самая главная деталь в любых кварцевых часов в этом алюминиевом цилиндрике заключен сам кристаллик кварца по этим двум проводничкам подается электрическое напряжение переменное и кристаллик начинает быстро быстро дрожать и регулировать ход этих часов он очень точно поддерживает частоту своих колебаний ну а исполнение кварцевых часов бывает разное Бывают вот такие с цифровой индикацией. Многие любят, потому что тут и день недели, и секунды, и многое другое можно увидеть. А бывают, а, с, а, как говорят, аналоговые, то есть стрелки перемещаются по циферблату и показывают часы и минуты. Многие любят такие. Ну, вот я, например, люблю. У меня кварцевые часы с аналоговой стрелочной индикацией. Ну, многие любят вот такие суперточные часы. И те, и другие. Абсолютно точно работают с небольшой ошибочкой, которая за год на 3-4 секунды может дать ошибку в отчете времени. Правда, нам этого достаточно. Именно поэтому у каждого из нас есть кварцевые часы. Вы думаете, у вас нет? Есть, но вы об этом даже не догадываетесь. Дело в том, что сегодня почти у каждого человека есть вот это. Правда? Сотовый телефон смартфон или кнопочный, или айфон, у всех разные марки, но одна и та же начинка. И там сердцем любого телефона и любого большого компьютера, перед которым вы сейчас сидите, и любого планшета, и маленького компьютера, в общем, любого современного электронного устройства, являются малюсенькие кварцевые часы. Именно колебание кристаллика кварца задает Темп работы любого компьютера современного. Поверьте, вокруг вас сегодня, в вашем доме, множество кварцевых часов. Ну и на руке тоже. Однако шло время, и люди требовали от механических или электро... электронных часов большей точности. И вот во второй половине 20 века появились атомные часы. Там уже колебания отдельных электронов в атомах руководит ходом таких часов. И посмотрите, как год от года, я на этом графике нарисовал, уменьшалась ошибка работы таких часов, то есть увеличивалась их точность. И вот в нынешнее время атомные часы измеряют огромные промежутки времени, например, в миллиарды лет, с ошибкой не более 1-2 секунд. А знаете, что такое миллиарды лет? 14 миллиардов лет это история нашей Вселенной. Так вот, за всю историю нашего мира такие часы ошиблись бы всего на 1-2 секунды. Казалось бы, это избыточная точность. Кому она нужна? Сейчас мы выясним кому. Вот кому. Каждому из нас. Ведь мы каждый день пользуемся спутниковыми навигаторами. Они есть и в смартфонах, и отдельно в планшетах, и в больших навигаторах, в автомобилях. И сердцем любого такого навигатора являются атомные часы. Нет, в самом навигаторе, конечно, стоят более дешевые, более простые, кварцевые. Но атомные часы летают вокруг земного шара на спутниках. Ну, это спутники разных стран. Например, в США создана система GPS. Global Positional System, то есть глобальная система навигации, позиционирования. В нашей стране такая же система называется ГЛОНАСС, глобальная навигационная спутниковая система. Есть такие же в европейских странах, Китае. Каждая большая страна или группа стран обеспечивает себя такой навигацией, то есть запускает несколько десятков спутников, и на каждом из них работают атомные часы. Как же они помогают нам, найти свое место в пространстве. А вот смотрите, это спутник. Он летает по орбите, и мы точно знаем параметры его орбиты. Он сам нам об этом сообщает по радио. И в нашем навигаторе, даже в самом простом, вот в этом, в телефонном, есть расписание полета каждого из этих спутников. На борту спутника работают атомные часы, очень точные, и он постоянно по радио передает точные сигналы времени. Сигнал запущенный со спутника, со скоростью света идет в разных направлениях и приходит на наш прибор, на наш навигатор. Пришел, и наш навигатор сравнивает время отсылки сигнала с временем его приема. Очевидно, сигналу потребовалось какое-то время, чтобы достичь нас. Это дельта Т, разница времени. Умножаем на скорость света, с которой радиоволна распространяется. И что мы находим? Мы находим свое расстояние от спутника. А где он в пространстве, мы знаем, он сам нам об этом сообщил в расписании своего полета. Значит, мы где-то на поверхности вот этого шара. Но ну, нам эта информация мало о чем говорит. Быть на поверхности большого шара ⁇ это не значит точно определить свое положение. Как же мы делаем следующий шаг? Понятно мы получаем такую же информацию от другого спутника и обнаруживаем, что мы еще и вот на этом шаре, и на этом тоже. Значит, где-то на пересечении двух этих шаров. Ага, мы вот на этой вот а, круглой линии, на этой вот окружности. Ну хорошо, это уже точнее. Следующий шаг. Третий спутник помогает нам понять, на каком мы расстоянии от него. И его сфера пересекается с окружностью в двух точках можно было бы сказать, что задача решена. Почему? Наверняка одна из этих точек где-то высоко над землей, либо другая где-то очень глубоко под землей. А мы-то знаем, что мы живем на поверхности земного шара. Значит, выбрать из одной из двух этих точек, одну, в которой мы на самом деле находимся, никакого труда не представляло бы. Но есть одна проблема. Какие часы летают на каждом из этих спутников, Атомные, очень точные. А какие часы в нашем навигаторе? Кристаллические, кварцевые. Точные, но не очень. И нам бы хотелось знать, с какой а, неточностью идут наши кварцевые часы. То есть найти поправочку их времени к точному атомному времени, их привязать. И что мы должны сделать для этого? Да просто принять сигнал от четвертого спутника. И тогда 4, как говорят математики, 4 уравнения дадут нам возможность определить 4 неизвестных величины. Какие четыре? Три – это координаты в пространстве. У нас трехмерное пространство. Три координаты задают наше положение в пространстве. А четвертое неизвестное – это поправочка наших кварцевых часов по отношению к атомным. Все. Четыре спутника у нас над головой, если появились, они позволяют нам точно определить свое положение на Земном шаре. Такие системы очень надежно работают, и они позволяют нам хорошо ориентироваться в пространстве. А я немножко поторопился. Я вам уже говорил, что первыми двумя были созданы в Соединенных Штатах Америки система GLONASS. Она сегодня наиболее популярна, потому что ну, многие телефоны, смартфоны и компьютеры производятся, придуманные американскими инженерами, производятся вне России, мы их покупаем. Но уже российская система ГЛОНАСС фактически с той же точностью работает, и многие наши современные, вот если вы у меня устаревший, очень старый сотовый телефон, он только ГЛОНАСС принимает. А когда покупаешь новый телефон или новый навигатор, он уже принимает сигналы спутников и GPS, и ГЛОНАСС, и тогда больше точность получается. Потому что у нас над головой всегда либо тот, либо другой, их большое количество пролетает. А в Китае довольно развитая космонавтика, и там свою систему под названием Бэйдоу. Уже есть Бэйдоу-3, Продвинутая система, и она практически такая же точная, как GPS и ГЛОНАСС. Начинает разворачиваться, да уже скоро и закончится, европейская система, Галилео. И она тоже добавляет точности в общую копилку э, этих спутниковых навигаторов. А еще Индия создает свою систему. И даже Япония немножко улучшает систему ГЛОНАСС. Ну, потому что Япония маленькая страна, и там даже ошибка в несколько сантиметров уже может быть фатальной. Например, автомобиль, который с электронным водителем по узким улочкам движется, ему надо знать свое положение с ошибкой не более 2-3 сантиметров, иначе он заденет за что-то. Японцы немножечко улучшили точность ГЛОНАСС. Теперь у них на территории Японии совсем. Ну, шаг вправо, шаг влево, и обязательно ваш навигатор отметит этот факт. Вот так Измеряя время, мы научились измерять пространство. Это было. Древ... И древние люди пользовались этим, и современная техника позволяет нам делать это все точнее и точнее. На этом сегодняшняя лекция заканчивается. Мы будем продолжать разговор об астрономии. И а, я вам напомню, а, не напомню, а подскажу тему следующей нашей лекции, следующей нашей встречи. Мы будем говорить о разных системах измерения времени, которые у нас в быту используются. Вам это может показаться странным? Ну как? Ну вот время ⁇ это показание наших часов. Взял часы, и вот на них время. Что еще должно быть важным для нас? Нет. Попробуйте, я вам не буду пока подсказывать, ответить на такой вопрос. А какое это время? Какое время у нас на часах? Что это за время? По каким небесным объектам или по каким законам принятым в данной стране это время измеряется? Вот об этом мы и будем говорить. Это очень, я сразу скажу, очень непростой вопрос, но для тех, кто разберется в нем, время станет намного понятнее. И вы не будете ошибаться, переезжая из одного города в другой, из одной страны в другую, налаживая связь со своими коллегами, сверстниками, друзьями в разных странах. Потому что время в разных странах по-разному на часах проявляется. И немножко поговорим о календаре. Всего доброго, пока.